20-21 ноября в Одинцовском МФЦ прошли испытания новой платежной технологии с применением планшета 10 и Point of Sale терминала. За короткий период было совершено 67 платежей с использованием данного аппарата. Несколько лет назад такая идея у нас возникла, когда мы столкнулись с тем, что в некоторых удаленных рабочих местах наших заявителям приходится, чтобы оплатить государственную пошлину, ездить в другие поселения. Возникла вот такая идея, но, может быть, не на том уровне, как она сейчас реализована. После чего мы обратились к банкам-партнерам, которые представлены в МФЦ, с таким предложением, и они начали разрабатывать вот такой проект. Основная цель, на достижение которой направлен совместный проект МФЦ и Банка Возрождения, предоставить заявителям возможность безналичной оплаты государственной пошлины, минуя кассы терминалов, установленных в зоне ожидания центра. Для удобства граждан Одинцовского муниципального района открыты удаленные рабочие места на 32 окна, в соответствии с утвержденной схемой размещения МФЦ Московской области. Не все банки готовы устанавливать платежные терминалы в небольших населенных пунктах. Из-за этого заявителям приходится оплачивать пошлину в ближайших отделениях банков. Внедрение таких инновационных технологических решений направлено на повышение скорости, комфорта, удобства и качества обслуживания граждан. Терминал маленький, 10-дюймовый, и практически повторяет то, что у нас стоит там. Вначале терминал для оплаты платежей. Вот, имеет сразу же кассовый аппарат и интерфейс. Заявитель просто, получается, оператор дает заявителю. Заявитель берет, выбирает себе услугу, которую он хочет оплатить, например, Росреестр по Московской области. И предоставление сведений. Все то же самое, выбирает себе документ удостоверяющий личности. Это паспорт, как правило. Вносит все данные самостоятельно, либо оператор может ему также тоже дополнительно помочь. От граждан, обратившихся в Одинцовский МФЦ, были получены положительные отзывы. Ранее при самостоятельной оплате через платежные терминалы заявители сталкивались со сложностями. Путаница при выборе услуги и назначении платежа, необходимость размена денежных средств, ожидание сдачи и очереди у самих терминалов. Использование новой платежной технологии непосредственно в окнах приема позволяет избежать указанных проблем. Заявители отмечают, что с мобильным терминалом повышается качество обслуживания заявителей, так как оплата госпошлин становится более удобной. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».